Зейнеп сейчас находится в огромном шоке от того, что Алихан купил компанию, в которой она работает. Она дает себе слово, что не будет вновь рядом с ней. Отныне она никогда не будет находиться вблизи Алихана. Однако приезд Эмир из Бурсы, являющийся его близким другом, заставляет нарушить данное решение. А Илдис очень обрадован, узнав про сюрприз, который подготовил для нее Халид. Теперь она уверена, что их отношения больше так легко не испортит. Посмотреть очередную 15-ю серию турецкого сериала «Запретный плод» вы сможете после 24 сентября. Всем спасибо за внимание. Пока.